что, получил я вот такие две посылки. Это вот самогонный аппарат, ректификационно-бражная колонна LM Profi, если не ошибаюсь. Сейчас я буду вскрывать и смотреть. В этой коробке должна быть сарга метровая. В той коробке маленькой должно быть все остальное. Ну да. Так, я скучу. Так. Больше здесь ничего нет. Так, сарга. В общем, сарга вот такая вот. Метр. Здесь вот зажим под термометр. Ну, что-то он здоровый. Что-то он какой-то большой. Ну, это сейчас скроется, посмотрится. Самое главное, вот что. Для удержания СПН. Так. Сейчас мы сорвем все это дело. Целлофан. Пленку вернее. Будет видно уже дальше. Что-то да. 4-миллиметровый. Придется что-то добавлять. Так, ладно. С царгой понятно. Вскрываем следующую. Похоже, весь завод с мусора собирали. Так, ничего больше нет. Ух ты. Шланг ПО. Что-то он какой-то другой ПО. Мягкий, больно. Тут должно быть 4 или 5 метров. Ликоновый шланг. Он мне был указан. В аппарате. Ну, спасибо. Чё? Так, это у нас. Опа. Это у нас Димрод. На 35 сантиметров рабочей части. Между прочим, вот я не знаю, видно. Шишечки сделанные. Там где палец, шишечки по всему, чтобы он как бы не касался. Вот Димрод, 2 дюйма. Швы так-то неплохие, в принципе. Такая медь какая-то, не знаю, зачищали в чем-то. Короче, отмывать надо все это дело. Так. Это царга под Димрод. Распакую. Ну, вот она, эта царга, куда вставляется Димрод. 40 сантиметров. Дальше погнали. Так, быстро съемы. На весь аппарат 4 штуки, 10-миллиметровые, без прокладок, термометр, носик, приемник дистиллят, так сказать. Вот он какой. Почему-то в комплектации
Именно такой идет. И комплектацию они менять не собираются. Ну и ладно, заглушим, да и все. Так, узел отбор по жидкости. Узел отбора по жидкости, он у них вот какой. С распределением флегмы, так сказать. Вот. Трубочка 8 миллиметров. Как бы. Вот я, в принципе, хотел такой купить узел. Потом просто аппарат продал свой старый и приобрел как бы колонну целиком. Так, ну это РПМ, метр должна быть из нержавейки. Кран 8-миллиметровый обжимной из нержавейки. Да, все на месте, как бы. Все есть. Блин, как вставлять-то? Ладно, потом разберемся. Охладитель 40 сантиметров. Вот, охладитель. Вот он охладитель, трубка 8 миллиметров, здесь вот 25 должно быть, наверное, да. Ладно, дальше. Это вот диоптр. Диоптр типа укороченный, такой. Я просил у них, чтобы они за место диоптра мне положили узел отбора по пару. Но они как бы не стали. Вот, то есть комплектация вот такая у них, и все. Типа вот такую комплектацию бери, остальное все докупай. Так, ну а здесь должны быть хомуты и прокладки по 6 штук. Сейчас посмотрим. Хороший скотч. Так, ну вот, получается, прокладки, хомуты, каждый хомутик вот в таком пакетике. 6 хомутов и 6 прокладок. Так, ну вот она вся комплектация. Ну ладно, сейчас я, короче, аппарат соберу. И дальше продолжим. Так, ну собрал, короче, колонну. Вот так вот она выглядит все вместе. В сборе, вернее. Куба у меня пока еще нету. Он не приехал, через недельку приедет. Потом покажу уже полную сборку. Куб я тоже там заказывал у как бы малоизвестного изготовителя. Но он сейчас набирает обороты. Потом все покажу. Короче, высота. Высота колонны составляет 165 сантиметров. Здесь вот, короче, получается, что вот эта вот железочка вот для удержания СПН. Ну, то есть вставляется пыш, как бы, из РПН или пыш какой-нибудь. И потом засыпается СПН. И спокойно стоит и держит. Это, кстати, вот только у них вот я видел. Больше ни у кого на сайте нету. Ну, по-моему, вот. Там начинается от 3-дюймовых колонн. На 3-дюймовых колоннах эти стоят перегородки. А на 2-дюймовых только вот у МИАСовского завода бытового оборудования.
Так, ну здесь у меня тиоптер с краном отбора по жидкости. Это я как бы сейчас разберу все это дело и поподробнее расскажу. Здесь димрод, трубка на 8, рабочая часть 35 сантиметров, общая длина димрода 40 сантиметров. Цирга вот это вот 40 сантиметров для димрода. Димрод где-то вот здесь заканчивается. И, кстати, благодаря вот этим усикам, которые я вам показывал, он там ровно стоит, не прикасается ни к одной стене. Ну, здесь сборник продукта, так сказать. Кран из нержавейки, зажимной, гайки на 17. Холодильник. Кстати, вот холодильник. Немножко ошибся, я как сказал. Не 25, 30. Замерил сейчас штанген циркулем. Вот эти вот 25. А вот это вот 30 труба. 1/2 дюйма, так сказать. Ну, в общем, вот. Сейчас подробнее покажу узел отбора по жидкости и димрод. Так, ну вот димрод, короче. Трубка 8 миллиметров, свернута. Как бы нормально, расстояние между витками одинаковое. Это тоже вот здесь вот. Шишечки вот. Ну, можно было хотя бы побольше их чуток сделать. Ну, ладно. Сама сварка в какой-то, не знаю, наверное, паста ГОЙ была там или еще что-то. Короче, отмывать надо. Внутренности вот такие вот. Ну, сварка как сварка. Самое главное, внешние швы. Вот, внешние швы, их прекрасно видно. Есть даже хуже. Производитель уверяет, что он спокойно утилизирует 4,5 киловатта. Но приедет бачок на режиме посетил испытаем. У меня как раз стоит 4,5 киловатта. Посмотрим, что будет. Так, вот, в принципе, он там. Должно быть видно. Вот это вот, так сказать, узел отбора по жидкости. Модифицированный или модернизированный, не знаю. Но просто дело в том, что такие узлы больше как на сайте МЗБО я не видел. Вроде как даже и не выпускают. Ну, а там... Не знаю, ну не попадались мне они, как бы. Можно это все у них купить по отдельности. Но будет дороже. Так, короче, сразу скажу. Цена данной ректификационной колонны, ну, прям завышена. Если собирать ее по запчастям, то будет немножко дешевле. Даже вот эта вот сарга, которая там лежит, вот, метровая, грубо говоря, у Алковара, ну, на 1000 рублей дешевле будет стоить. Кран видно, вот, нержавейка, 34-я, диаметр восьмерка. Диоптер, который, в принципе, мне... Как бы вот не сдался. Повторюсь еще раз. Просил менеджера там, который оформлял заказ, положить за место диоптра как бы узел отбора по пару. Ну, просто кран и тройник. Который, в принципе, на 700 рублей дешевле стоит, чем вот этот диоптр. Но они почему-то не захотели пойти навстречу. Не захотели, так сказать, комплектацию изменять. Сборник продукта. Или как там, приемник продукта, сбор продукта.
Тоже вот хотелось бы, вот в моем случае, мне вот эту вот трубку, вот она совсем не нужна, как бы. Вот. Хотелось бы, чтобы ее не было. То есть другой немножко. Тоже менять немножко отказались. Кстати, холодильник. Вот. 40 сантиметров длина рабочая. Ой, нет, общая длина 40. 40 сантиметров, то поменьше получается, где-то 35, 35 рабочие. Но, что хочу сказать, как бы, ну, ни у кого из производителей я холодильники такой длины не видел. 270 или 300, с общей длиной я имею в виду. Вот, ну, самый длинный холодильник, так сказать, у МЗБО. Ну, это Царга, кожух для холодильника Димрота 40 сантиметров. Ну, что получается, насколько она, ну, как я и сказал, вот, там настолько торчит. Общая длина у них такая же, что Царга, что холодильник, одинаковые, 40 сантиметров. Ниппель под термометр. Ну, для моих, грубо говоря, термометров 4-миллиметровых, это как бы большой. Придется что-то докладывать. Хотя производитель уверяет, что 4-миллиметровый, короче, там как от 4 до 8-миллиметрового термометра. Посмотрим. Ну все. Остается дождаться прихода бака. Сделать тоже на него обзор и показать полную сборку.